Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Profit 365. И я хочу поделиться с вами своими результатами. Ну и объяснить, что к чему. Когда я зашла сюда, минимальный вход сюда $1, я зашла, значит, на $1. Ну, записала видео, начала приглашать. Ну, партнеры пришли, но никто и ничего не активировал. Этот проект реально без приглашений. Я сначала разочаровалась, как бы, думаю, ну, здесь идут начисления с фонда. 21.00. Но пополнить это одно, но нужно сделать, друзья, квалификацию. Я сделала квалификацию. Фонд. Так, квалификация. Вот у меня квалификация не пройдена. Кликаю сюда. Нужно привязать соцсети. Так, привязать. Подождите, назад. Привязать. Привязка аккаунтов. Вот. ВКонтакт. Фейсбук. Одноклассники. И телеграм-канал. И у меня все привязано, но это оказывается не обязательно. Можно привязать одну из соцсетей. Ну ладно, я привязала на тот момент, я об этом не знала. Все соцсети. Все добросовестно выполнила. Значит, и нужно сделать пост. Ну, в любой соцсети о проекте. Но у меня, естественно, есть это все. Вот. Так, назад. А, услышали меня одну. Любую соцсеть. Какую вы хотите. И как бы. Так, сейчас, подождите, путаюсь. Фонд. Квалификация не пройдена. Нужно отправлять, ежедневно делать квалификацию, пост на проект. Что я делаю, значит? Так, квалификация. Мне нужно, что мне? Проверить выполнение. Мне нужно отправить ссылку на пост. Ссылка должна быть свежей. Значит, что я делаю? Копирую свой пост ВКонтакте. Так, поднимаюсь выше. Вставляю картинку. Опубликовать. А где у меня свежий? Только что. Вот она, ссылочка моя. Я копирую ссылочку. Иду обратно в Telegram. И отправляю вставить. Это ежедневно. Обязательно. Все. Квалификация пройдена. Далее, что еще я хочу сказать. Тут должны быть начисления в 21.00. Я зашла в 21.00. Как сказано, без приглашений. И он реально без приглашений. Каково мое удивление. На следующий день я захожу, и у меня, подождите, надо найти еще. Так, ага, начисление с фонда. На следующий день захожу, 35 центов с $1. Потом еще на следующий день захожу, у меня опять 35 центов. Думаю, ага, уже, знаете, как бы веселее жить. Вот, решила я из заработанных денежных средств увеличивать матрицу. У меня матрица первая за $1. И так, матрица старт 1. Вот у меня первая матрица. У меня на балансе есть $2. Первая матрица $1, $2, $3, ну и так далее. И вот я хочу увеличить, потому что чем больше матрица выше, тем больше, естественно, начислений. И вот сейчас попробую я.
Так, активация. У меня на балансе 2 там с копейками. Активация. Матрица старт 2 уровня активирована. Так, теперь опять я нажму матрицу посмотреть. И вот у меня вторая матрица. Квалификацию я сделала. Вот. И 21.00 вот, будет еще начисление уже побольше копеечек, скажем так. Значит, подвожу итог. Когда вы заходите и пополняете, вы делаете квалификацию, привязываете одну из соцсетей, далее делаете пост, отправляете, как я вам показала, цену, пост на проект, опять отправляете, у вас квалификация пройдена, и в 21.00 абсолютно без приглашений вам будут идти начисления. Вот. Вот такой вот проект. Я впервые столкнулась с таким проектом, где можно реально без приглашений. Потому что ко мне пошли люди. Вот вчера у меня 2 человека активировались. 2 партнера. Вот. Но нужно делать квалификацию. Обязательно, друзья. И будет капать копеечка. Вот. И завтра я уже посмотрю, сколько мне там капнуло. Вот такой вот проект суперский. Далее еще не забудьте присоединиться в чат проекта и подписаться на их канал. Это тоже обязательно, как бы. Все нужно проделать. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Я очень довольна проектом. И буду из заработанных денежных средств, потом, когда у меня накапает 3 доллара, я активирую матрицу за 3 доллара, ну, хотя бы минимум до 5 дойти, потом уже вывести денежку. Минимальный вывод отсюда 3 доллара. То, что проект платит, нет сомнений. Ну, вот как-то так. Работаю вот с Телеграмом. Я, конечно, не дружу, но, тем не менее, методом тыка я разбираюсь. Ну и, естественно, у меня идет доход, заработок. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!